Переломить ход, черта с два. Ты просто хочешь набить свои карманы, сука. Какого хера ты несешь? А, Бидл. Ну надо же. Ты угробил 2 дюжины солдат Национальной гвардии ради денег? Когда президент об этом узнает, ты труп. Извини меня, но твоему лбу так сильно вздувается вена. Это очень забавно. Господин помощник, министр, это весьма серьезное обвинение. И... Во-первых, теперь я, господин министр, министр обороны. Правая рука, мать твою, господа. Во-вторых, вы думаете, президент Соединенных Штатов не положит королевский прибор на жалкие обвинения отсталого клещебоя? Вперед, Ранти, докладывай. Дай мне повод швырнуть твою ковбойскую жопу в Ньютед и отнюдь уничтожить наследие твоего отца. Институт Хэрроу звучит намного приятнее тебе, не кажется, а? Господин министр, в вашем случае лучше не будет. Может быть, в твоем случае лучше будет не перебивать меня, корова лесбящая. Хочешь быть полезной? Марш на кухню и принеси мне чашку кофе. Быстро, блядь. Так-то лучше. Теперь валите нахуй отсюда и пиздуйте за вампирами. Занимайтесь своим делом. Окей, Google. Поговори с Уильям Ранти в его камере. Ага. Ну, стартуем. Если хочешь делать что-то правильно, сделай ты сам. Кучка бесполезных клоунов. Я бы тебе бы сейчас просто бы как дал бы в дыню, чтобы у тебя шляпа твоя застряла промеж этих решеток. А тело твое вон туда он ушло, вот, в нижнюю решетку. Ну да ладно, твое счастье, что в игре это не работает. Но у меня дикое было бы желание тебе просто фанеру пробить. Ну да ладно. Да. Спасибо, Дэвис. Так. Здорово, ребят. Наше следующее задание — летучее безумие. Отправляемся дальше. Максимально эффективно будем продвигаться. В принципе, я думаю, осталось недолго. Я как понимаю, наша основная задача — спасти отца. Но при этом у нас с Вирджилом разгорелась оживленная дискуссия. Я делился с директором Ранти соображений по поводу улучшения перчатки. Приятно видеть в Калико такую свежую кровь, как мистер Олни. Нам понадобится его живость для восстановления мощи института. Молодец, сынок. Кажется, мы слишком сильно долбанули его током. Рад, что вы в хорошей форме, но у нас возникла проблема. Чтоб в твоем сознании не узнали, Эмилия сказала Хэру, что ты умер. Он получил повышение, теперь шлет нас собирать деньги, пока Фил Сити собирает армию. Головой Хэру соображает верно, но его сердце охвачено жаждой власти и богатства. С его повышением ситуация станет только хуже. Одно неверное движение, и нам всем пизда. Одно неверное движение позволит тебе поймать Фелисити и закончить эту войну. Кстати, о движении. Знаешь что, может быть дождемся одобрения доктора, прежде чем будем кого-то развязывать? О, Эдгар, Хэрроу, не идиот. Без института эта страна превратится в буфет для клещей. Теперь скажи мне, сынок, что важнее, получить его одобрение или завершить войну до его начала? А что ты видел, когда Фелисити был в твоей голове? Смерть. Ужасный чудищ, повлияющий с пустоты. Огонь и дым. И вагоны. И множество вагонов, полных крови. Так она теперь повозит пиявок на поездах? Это плохо, господа. Диккенсон, крупный железнодорожный узел для перевозки скота. Откуда тебе пойдут и идут от всех направлениях? Если начнется эпидемия, мы ее не сдержим. А мы ее не сдержим. Итак, ребята, отправляемся. Отправляемся дальше, да? Так. Что у нас по поводу, кстати, прокачки? Так, деньги, да?
А деньги у нас кончились. Итак, поехали. Что тут стряслось, да? Да, пока не ясно, разберемся. Отправляемся дальше. А что, есть тут дома-то? Ну, допустим, это происходит именно так. Все горит, все пылает. И людей никто не замечает. А где все эти непонятные нам привидения и персонажи данной игры? Оборотни, вампиры, там гоблины, зомбаки, там дядьки с фалосом там на фоне топора. Где вся эта шлоебота-то? Что-то как-то все вымерло, блин, если честно. Так, забрали мы заряд. А, ну сейчас, походу, здесь будет эпичная драка опять, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай, на ПВП ли зассал? Чего? Чё ты там сказал? А если вот так? Ага. Что это у тебя с лицом-то, а? Да! Ой-ой-ой! Ой, хорош! 5 баллов! Ты просто заработал... Джекпот, блин. Сладенький мой, да? На, сука. Ты чё, демон? Берега попутал, что ли? О, давай, хочешь, тебе я сейчас пробиваху сделаю. Отставить. Тихо, подожди, 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 демон, ты что? Ага, давай, сейчас, ну ага, действительно. А что, так можно было? Ё-моё, блин. Тихо, 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 ребята. Не нервничайте, нормально все. Да ладно, а чё так можно было? Да ты чё, урод? Лови. А если с коня дать? Оп. Давай еще раз. Ага. А теперь захлопнись. Ну-ка, дай-ка я тебе накидаю прям. Да ладно. Ну-ка, оп. Отставить. Давай, ой, чувачело, ну зачем так грубо-то, а? Тихо, подожди, подожди, подожди. Работаем, рыба. Нет, так-то, конечно, он жирный, ничего не скажешь. Но не настолько хорош, как это кажется. Давай, 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 давай. Ты можешь лучше. О, огрызаемся, да? А если вот так? На, сука. А это что за... Давай. Ну, ну-ка, давай-ка.
Да что ты, правда? Надо как-то заканчивать уже. Что? На! Ага, действительно, так можно было. Ух ты! А если я... Кого? Дурак, что ли, блин? Блин, вот этого... Он, сука, что, восстанавливается? Я не пойму, что ли, а? Вот это урод, блин. Ну да, походу, что-то как-то это так работает. Это печально, конечно. Так, я не понял. Ну-ка, иди сюда. Отлично, хорош. Ух ты. Давай, 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 давай. Не, ну я понимаю, конечно, да, согласен. Отставить. Ну-ка, давай сюда иди. Блин, так-то он жирный прям. Да он даже умирать-то не хочет. Ну-ка, давай. Отставить. Тихо, спокойно. Да ты чё, мразь? Ну что, теперь мой аккорд свободен. Так, отправляемся, ребята, дальше. Ладно, идем дальше. Постреляли и хватит. Так, нам сюда, да? Погоди-ка. А, ну да, действительно. Бах! Ну, допустим, так, у нас все по лайту. Фелисити, подруга, я про тебя даже не забыл. Я же знаю, что мы с тобой, скорее всего, как я думаю. Я бы предложил тебе выпить, но, боюсь, тебе не понравится выдержка. Я же прекрасно понимаю, что, скорее всего, мы с данной персоной встретимся в конце. Ну, я просто читаю, так бы, в смысле, диалоги, так смотрю, да, типа, по прохождению данной миссии, что я думаю, мы с ней встретимся очень... Быстро. Здорово! Чё там? На, сука! Ага, чё ты? Давай, поехали. Фанеру к осмотру. Ага, давай, поехали. Ну и чё? Давай, 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 давай. Сладенький мой. Хорош. Чё такое? Чё случилось? А чё такое? А в чём проблема, а? Я тебя сейчас просто, сука, в угол запинаю. Вон туда он прям. Вот, я вот прям вот так вот. Что? На! Выкуси. Не буду только понять. Я говорю, что с данным персонажем мне, походу, придется драться в конце. Очень часто это Фелисити, она нам всплывает в диалогах, и мы как бы с ней пересекаемся, в смысле, что она часто меня начинает троллить и какие-то там насмешки мне предлагать и что-либо такое другое, да? Поэтому тут
Не могу сказать, что так это и есть, утверждать не буду, потому что я не смотрел прохождение финала игры, мне это не интересно. Почему? Потому что любой человек, который хочет получить максимум гейм от игры, соответственно, не будет этого смотреть, чтобы полностью погрузиться и познать весь дзен. Ну что, абсосы, как успехи у вас? Здорово! Ага, и поехали! Блин, да что он? Уперся в текстуры и все, и не может ничего сделать. На! Рот закрой свой, пока я тут говорю. Что? В чем проблема? А что случилось? А что с лицом? Так, окей, Google. Крыса в лабиринте. Ты про меня, что ли, говоришь, подруга? Громкие слова для дутого паразита. А, ты груб. Ты посмотри, стоят твои другие противники и наши предки. Ты выходишь из своей пещеры с дубинкой в руках. Какой-то диалог бессмысленный, если честно. Что-то она мне пытается тут накидать по поводу дубинок каких-то, каких-то древнегреческих непонятных там символов. Там что-то мы там... Я не знаю, из неандертальского этого, да? Из... аспекта. Но это не важно. Ладно, хер с ним. Так, подожди, куда же мне идти-то, а? А вот эти вот кристаллы, они же не ломаются, да, никак? Ну да, действительно. Так, здесь мы никуда не можем пройти вообще, в принципе. Так, 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 зацепиться, зацепиться не за что. А куда тогда идти? Моя не понимать, подожди. А, во. Ну-ка, давай сюда сходим. Здорово! Ага. Оба-на. На, сука. Еще раз. Следующий. Че, больные, что ли, а? А, абсосы. А если вот так? Давай. Next. Next, next, next. Так. Нам, походу, вот сюда, да? Смеется. Она все смеется. Ей все забавно. Что-то какие-то у нее там насмешки непонятные. Чем такая довольная, я не понимаю. В чем пачка ее насмешек надо мной? Не, ну понятно, это троллинг такой моральный, да? Типа, чувак сломается, там чё кого, как бы. Но по факту-то нет. Я не думаю, что это так работает. Ну, по крайней мере, так сказать, с точки зрения психологии, нет. У нас дядька стойкий, как бы он точно не сломается. Я вот только вот начинаю треть по поводу, куда мне идти. Ну что мешает ему этот забор перелезть? Я, сука, не понимаю. Вот эти вот моменты в играх меня не просто раздражают. Ну серьезно, ну, блядь, почему вот нельзя просто, сука, пройти, а? Ну надо вот именно обойти, блядь. Ну бред, вот, если честно, по мне это бред полнейший просто. Ты бегаешь как дебилоид по вот этим вот понятиям. Называется графическая оболочка игры того, что ты просто бежишь, и ты не знаешь, где ты можешь, сука, выйти, где пройти, блядь. И вот это вот как-то стремновато прям вообще, вот если так разобраться, блин. Что ты ограничен текстурами. У тебя есть определенная концепция прохождения игры, и ты не можешь за эти рамки никак выйти. И это, стрёмно, серьезно. Чё, а так можно было, да? Здорово, абсосы! Как у вас настроение сегодня? Праздничное? Я могу вам его испортить очень быстро. Давай, поехали. Чё, драться будем? Давай, поехали. Next.
Тихо, 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 пацаны, нормально все. Всякая херобора тут, блин. Ходит, блин. Чё, давай. Да что ты, сука? О, да дай ты пройти-то, блядь. Твою мать. О, 10-й левел. 10-й левел. Так, момент, ребята. Ай, так, так, так. Улучшение, улучшение, улучшение. Так, ребят, подождите, момент один надо. Это, чуть-чуть это. Так, допустим, допустим. Так, что по поводу улучшений? Так, у меня денег 5000, да? 7 рублей. У меня так столько нету. Я столько не зарабатываю. 11 левел, да? Так, 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 так. Это что такое? Баллиста. А вот это типа сундук, да? Окей, Google. А, ну ладно, давайте тогда не будем напрягаться на это вот. Теперь давайте посмотрим здесь. Показатель здоровья повышен на 15%. Так, где 14 левел нужен? Так, это что такое? Ага. Требования. Требования, требования. Так, здесь у меня есть что интересного? Показатель энергии повышен. Так, так, так. 16 левел. Сверхзвуковой взрыв. Чё, кого? Не хочу ничего улучшать. Вот что-то я как-то почитал какие-то навыки, но беспонтовые вот прям в натуре вот. Ну, какие-то они прям вот... Они вроде, может быть, и нужны, но что-то как-то я не хочу на них тратиться. Так. Давайте-ка подумаем, куда нам идти. Так, 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 так. Всё закрыто, да? Ну здесь, здесь я был, отсюда я вышел. Так, 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 так. Ну я что-то не понимаю, как вот мне сработать с тем, чтобы выйти вот. Я вообще не понимаю, куда нам идти. Просто здесь никаких нет указателей. Вот ты вот как бы всех этих мобов перегасил, а по факту. Куда мне идти? Я не догоняю, если честно. Просто я не понимаю. Вообще, по идее, я думаю, что надо вон туда вот. Вот сюда вот как-то попасть, блядь. И... А, ну вот, подожди, здесь проход, наверное, есть, да? Бегать тут по всей этой херне, блин. Так, ну вот, что-то есть, да? Ну, отлично. Давайте, наверное, скорее всего, сюда, наверное, да? Там орёт, блядь. Куда звук там был? Так, наверное, скорее всего, нам налево, да? И, наверное... О! Не отходит ни на шаг. Все-таки иду правильно, да? Отлично. Я хотел показать тебе свою новую перчатку. А, нам, походу, наверное, в церковь, да? Сразиться с Фелисити. О-о-о, правда, подруга, блин. Мы с тобой драться будем? Я почему-то надеялся, что мы с тобой в финале встретимся. Ну, раз ты хочешь сейчас разобраться, милости просим. Очень мило прошу к нашему шалашу. Так, смотрим ролик. Вот она, Фелисити. Ну что, раз на раз? Это наша с тобой война, мелкая пиявка. Отпусти их. Мы хотя бы питаем иллюзии по поводу себя. Люди построили империю во имя прогресса, не думая о тех, кто дает жизни ради стремления к славе.
Это истинный вампиризм. Мои сородичи никогда бы не просили плачущих детей помирать в канаве. Я не позволю тебе брать их. А ты не слушаешь. Они не имеют значения, Джесси Ранти. Чем раньше ты это осознаешь, тем же и лучше. Ах ты рысь, сука, просто конченая рысь. Зачем ты их сожгла? Ну что, сука, давай, поехали. Ага, давай, давай. Че, раз на раз, да? Поехали, понеслась. На, сука. А, ну, кстати, здесь, походу... Да нет, мы с них, наверное, драться-то не будем, она засыт. Левый коронный, правый похоронный. Ну, ладно, бывает. Поехали по новой. Отставить! Аккуратнее, аккуратнее, брат, аккуратнее, уходим. Да что ты, правда? Щитовидка у нас тут одна осталась. Ничего не сделаешь. По башкам только стрелять. А, у меня нету, подожди. Да ты... Отставить. Подожди, подожди, тихо, тихо, тихо. Не попал ни разу, прикинь. Да ты уже... Не напрягать начинаешь, братан. Да сука. Да ну что ты, правда? Не, так-то жирные ребята, конечно, безусловно. А. Не, моя, конечно, ошибка была, что я слабину дал, когда и начинает танк кидать. Это да, я прогнал, конечно. Я даже тут отрицать не буду.
Вот, сука, а вот эти текстуры беспонтовые, блин. На зажималку работают. Твою мать, а? Да ты посмотри, чё, а? Не хватает бафа, не хватает просто бафа. Бафа просто не хватает, никуда не денешься от него. С этими щитами уже надоели мне прям. Если честно. Хотя бы одного убрать. Блин, как вы мне надоели-то уже, а? Ну просто, ну серьезно. Да, блядь! Ты чё, не устал, чувак? Я уже, если честно, прям приуныл. Ну, серьезно. Если честно, неприятно. Да, поездка была одна из
из наилучших, да, можно так сказать. Прям уж прикурил я. Да, все мертвы. Нам надо отправляться, наверное, обратно. Рысь это конченая. Так, я же отсюда пришел, да? Ага, значит, идем сюда. На! Да иди ты нахер, да, я даже твой базар читать не буду, гнилой. Да-да-да-да, давай. Так эта миссия прям долгая, прям. Если честно. Тебе, сука, все смешно, да? Когда я доберусь, у тебя будет жопа порвана на американский флаг. Все-таки мы же Дикий Запад, да? Ну, что-то как-то прям долго. Если честно, я уже устал от этой миссии прям. Ну, серьезно прям. Я уже прям приуныл. Нихера себе, блин. Это что за дерьмо там сверху, блин? Отставить. Ага, давай. Че, ужигалку играем? Поехали. Блин, как вы мне надоели-то, а? Что за... происходит, а? Блин, что-то как-то прям я уже подустаю от этого всего, блин.
Да ж сколько можно-то, а? Ой, блин. В принципе, все, да? Так, я не понял, о чем проблема-то? Так, это первый, да? Понял я, подожди. Не пойму я, а что делать-то, блин? Так, подожди, я не догоняю. Подожди, если там у нас закрыто, там открыто, да? В итоге-то что? У нас надо три замка открыть. Два мы сделали, один у нас... Точнее, наоборот. Два у нас открыто, один закрытый замок. Надо подумать, что можно придумать. Ага. И, соответственно, мухрю, да? Что-то я не знаю. Подожди. Куда нам можно пойти? Ну вот, допустим, первый, да? Вот это вот херня-то, она что-то типа тут. Нет. Так это не работает. А как тогда это работает-то? Подожди. Здесь он не залазит. Здесь тоже какая-то шляпа, блин. Погоди. Я ни хера не пойму, как мне чё забраться-то, блядь. Ну, пиздец, конечно, придумали, блядь. Ну, ёб твою мать. А чё, так можно было, да? Полезли, значит. Так, окей. Лясим-трясим.
2. Так, раз. 2, 3. Тихо, ну куда? Ну, братишка, ну то что? 3. Не, подожди, он не попал, что ли? На подтяжку делаем. Дистанцию соблюдаем. Все, ворота открыты, погнали. Так, что это у нас тут интересное такое? Рельсовая пушка. 8000 надо денег. У меня таких денег пока нету, не заработал. Извиняйте. Мы пока что не кредит в Сбербанке оформили. Но в будущем, конечно, будем стараться. Так. Я даже читать не хочу твои бредни, просто, если честно. Неинтересны они мне. Вот просто, да? Блин, когда уже этот лол кончится? Как бы что-то он прям реально долгий, если честно. Ну, он прям реально долгий. Чё за... И того, идем сюда. Чё тебе там все такого смешного-то? Я понять не могу, подруга. Что у тебя такое настроение там веселое? Я уже просто от этого уровня, я устал. Он что-то прям нереально долгий. И меня вот это немного прям напрягает. Ну прям просто вот прям стало такое, и фарш бежит прям вот по КД. Вот. И чем дальше, тем просто их нереально много. И как бы вот на фоне этого ты устаешь прям. Ну еще текстуры мешают, да конечно, давай, блин.
Пошли бы в очко, короче, надоело мне сами тут таскаться. Вот серьезно, мне просто вот... Ну... Надоели вы мне. Что у тебя какая-то радость, подруга, а? Так, я не понял. То есть мы там не можем пройти, да? Либо ворота не открыты только потому, что мы ботов всех не поубивали. А это в этой игре тоже нормальное явление. Теперь-то все. Ну, понятно. Ну, говорю, пока ты... Здесь нет такого понятия, что ты пробежал ботов там по-быстренькому, да? Тебе надо в любом случае всех убивать. Это нормально. Это по-нашему. Так, меня, походу, здесь уже ждут. Ну что, поехали? Че, раз на раз? Такая радостная прям. Итак, подруга. Все на борт. Поезд. Вот-вот отойдет от станции. Слышишь, как они поют? Реквием по человечеству. Ты можешь стать грустным. Финальным аккордом человечества или вступлением в новой симфонии прогресса. Нет ничего постыдного в страхе перед неминуемыми переменами. Иногда нас просто нужно слегка подтолкнуть. Это за чмо, блин. Постарайся не убивать его, дитя мое. Сердце бедняги Уильяма будет разбито. Ну, Брук, что это за... Ни хрена себе. Ух ты ж, ёп. Блин, как-то он прям... Меня сейчас положат. И ничего я с этим не могу поделать пока что. Нет, я поиграл. Да.
Я что-то прямо ошибки делаю жесткие. Давай, убивай. Бред. Не фонтан. Не фонтан такой. Да ты что, сука? Сейчас-то я более-менее вкурил уже его принцип действия. Я только нижнюю шкалу не понимаю, что она дает. Да ты, блядь. Всех шестерок позвал опять. А так не работает, да? Ладно, я услышал. Вот ты сука, а? Да ты заебал, блядь, нахуй, а? Да ебать! Да блять!
Ну что ты? Да. Доливай, короче. Сука, прям просто прям. Ну убивай, чё ты встал-то, блин? Просто шляпа, блин. Меня прям аж калит, сука, это все, а. Дурак, что ли, я понять не могу, а? Ну! Сука. Ну и чё, долго ты там будешь? Так я не понял. И чё? Чё за шляпа опять, а? А, ну понятно. Тут телок у нас завис, да? Да ёб твою мать. Да иди ты нахер, а. Да ты что, сука, а? Мы еще даже пол хп не сняли, блин. Ты что за дичь, блин?
как самонаводящий, типа, да? А чё вот эта нижняя шкала-то, чё она даёт-то, я понять не могу. Ой-о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 й
Блять! Ё-моё, блин, а? Ты сука! А! Мстительно! Да тихо, тихо, тихо! Блин, как... Блять! Сейчас можно прям ливануть, прям под конец, блин. Как ни странно это. Фу! Хорош! Сделали мы это. Опа! Опа, подруга, да? И что она мне расскажет? Тихо, надо не умирать. Брат, только живи. Приспособиться или умереть, да?